Давайте еще немножко доделаем шаблоны, пока не забыли. База HTML. Открываем. И делаем обычный блок. Блок title. И end блок. В базе, да, самым главным, чтобы у нас был заголовок между тегами title и title стандартными. Теперь откроем наш блок, откроем нашу страницу user post и чуть выше. Вообще можно было скопировать и пропишем. Так. Если есть посты, да. Но это он будет выдаваться, когда будет открываться одна страница. А у нас же еще и другие страницы открываются, когда все записи. Ну, значит, вот поэтому надо прописать. Если есть посты, далее, тогда выводить заголовок поста. Иначе. Правильно? Иначе. Что вывести? Посмотрим. Нет, не будет работать сейчас. Не будет. Ну ладно. Попробуем, но не будет. Наверное. Немножко по-другому. Ну ладно. Так, не то я хотел набрать. И закрываем. Конец тега if. Открываем записи. Вот пока здесь вот так. Сейчас у нас все посты пользователя. Абсолютно верно. Откуда оно его возьмет, почему? Но можно было попробовать
сделать вот так. Но не факт. Все правильно. Все правильно. Почему возвратим пока назад, потом будем думать. Как это сделать? Сейчас пусть вводится так. Потому что то, что здесь есть, когда будет одна запись, будет как раз вводиться по названию поста, если есть пост. Если ничего нету, значит, все посты пользователя. Пока это уберем. Так, и еще надо кое-что добавить. Добавить надо следующее. Давайте я был добавлял запись здесь. Перейдем в админку. Создайте запись, чтобы у вас там не было записей пользователя. User 1. Так, у нас юзер один, нет, только есть, нет постов вообще, это понятно, мы его только создали. Да, нету, но пустая страница, это тоже неправильно. Поэтому, что нам надо сделать? Нам надо сразу добавить, пока мы не забыли, перед for, добавляем. То есть, грубо говоря, если нет постов, то написать, что пока постов нет. If. Если нашей переменной, нашей блокпост userList, если в нашей переменной, грубо говоря, есть посты, то оно его выведет. Далее заходим за, когда заканчивается цикл, ну не, нет, не цикл, for. После закрывающего тега for and for добавляем тег else. Иначе где-то у нас было выводить, мы делали на середине. Так. Сейчас посмотрим. Соберем с двух. Угу. Вот у нас будет строка. Закроем ее.
конец записи. Теперь надо if закрыть. Ну вот, появилось. По крайней мере, для человека будет сообщение, что нет записи, а эта страница не какая-то там ошибка. Ладно, и что я хотел сделать, это... Посмотри, сколько здесь у меня стоит. И не надо ничего выключать. Угу, все нормально. А в то время наш Агаты пользователь, у него все окей. Так. Пока все. Давайте, как я и обещал, мы напишем по-другому функцию уже в следующем уроке. Не функцию, а метод. То есть здесь у нас описан гиркерсет, но можем написать по второму. На самом деле и по третьему можно написать. Здесь куча вариантов.